Здравствуйте, ребят! С вами опять команда «Профмонтаж». Привет вам из солнечной Молдавии. Как вы догадались, мы сегодня поговорим о шведских дверях. Здравствуйте, ребят, еще раз. Как и обещал, мы рассказываем немножко про шведскую дверь. ВКонтакте, в Фейсбуке было куча вопросов, что такая, что из себя представляет шведская дверь. Писали, что деревянная дверь. Короче, я сегодня постараюсь раскрыть секрет про эти шведские двери. Спасибо вот ребятам с компании Kavilas, что они нам предоставили макет двери. Это, вернее, маленькая дверь в разрезе, как она выглядит, и вот кусок от большой двери. Я постараюсь вам объяснить, что из себя представляет шведская дверь. Смотрите. Вот это кусок двери, кусок, вернее, полотна. Коробка двери, она сделана из, это деревянная коробка, сделана из твердых пород дерева, пропитана специальным антисептиком. Не знаю, насколько правда, неправда, я понял, тут около 3 слоев специальной краски. Это что связано с коробкой. По двери тут есть намного круче, сейчас вам расскажу. Не знаю, видно, не видно. Вот так выглядит полотно, так она выглядит в разрезе. Что в этом полотне входит? Входит пеноплекс или пенополистирол, как правильно по-русскому. Это для теплоизоляции. Потом по бокам есть пробковое дерево, два слоя пробкового дерева. Это для шумоизоляции. Потом вот у нас идет тут 1 мм и с этой стороны миллиметр железа. Оцинковано железо, МДФ и уже слой краски, не слой, а вернее три слоя краски. Эта краска, она что-то наподобие порошкового типа. Как я понял, вот ребят, которые занимаются дверями, они сказали, что зачастую, как вот, если мы говорим о входных дверях, о входной группе дверей, делаются же двери из МДФ, компании как дают гарантию там 2-3 года, с учетом, что вот эта МДФ или пленка, которая, даже если это пленка винорит, которая стоит на двери, она не разбухнет или она не отклеится.
дают только с условием, если у тебя сверху двери есть козырек. Шведы, они дают 7-летнюю гарантию на эту дверь, даже если там нету козырька, даже если там солнце, вода, без разницы. Фишка этой двери. И я хочу еще вам показать вещь, которую, когда первый раз мы монтировали эту дверь, когда мы первый раз монтировали дверь, вещь, которую, короче, мы все обалдели от нее. Вот эта штука маленькая, вот этот резиновый уплотнитель. Мы монтировали первые двери, было на улице, наверное, минус 5. Эта резинка маленькая, она была, ну, как сейчас она мягкая, так она и тогда была мягкая. При закрывании двери, дверь закрывалась как у холодильника. У нее такой вакуум, или как правильно объяснить, она закрывалась очень, очень круто. И плюс к этому еще фишка у этих дверей – замки. Замки мы все обалдели, когда мы начали собирать замки, вставлять их. Ручка, тут штифт у ручки не железный. Штифт ручки, он идет железо, и там где-то сантиметров 3 специальный стеклотекстолит, чтобы был наподобие терморазрыва, чтобы ручка, холодная ручка с этой стороны не передавалась в дом или в обратную сторону, теплая ручка отсюда не передавалась сюда. Замок от компании ASA, я про компанию ASA много читал, они лидеры, скажем, рынка по замочной продукции. Замок у них тоже интересный, смотрите, как он открывается. Во-первых, тут не стандарт, сердцевина наверху, ручка внизу, не как обычно. И замок у нас открывается вот таким образом. Штифт поднимается вверх, он заходит сюда вовнутрь. И все, это как бы вся закрытая замка. Нету штифтов наверху, внизу, по бокам, нету. И так он закрывается. Сердцевина тоже интересна. Сердцевина тоже с терморазрывом. Зимой, когда минус 10, минус 15, даже при минусовой температуре. С этой стороны нету, как обычно, на сердцевине есть тени, капает вода, и она ржавеет. Нет, в этом случае такого нету. Мы монтировали, ну, наверное, дверей 10 шведских дверей. Для нас, ну, нам честно, очень понравилось, как они собраны, как они сделаны. Мы постараемся на будущем снять намного больше материала про эти шведские двери. Еще один раз спасибо ребятам, что мне дали образец его снять и рассказать больше. Мы прошляпили этой зимой, не успели проверить их тепловизором. Но хозяин, которого мы смонтировали, он остался очень доволен. Он говорит, что он специально ходил вокруг двери и ждал, чтобы через нее как бы дуло, сифонило. Но этого не было. Стоимость такой двери, ну, равна хорошей стоимости железной двери. Не хочу сказать. Но по теплопроводности или теплопередаче, как вернее, она очень крутяк. Она выдерживает самые сильные морозы. И вроде бы это все, что я хотел рассказать. Если вам видос про дверь, у нас еще тут с этой стороны есть такие штуки маленькие, что-то наподобие антисрезов. Они есть у всех дверей, которые мы ставили. Такие петли, регулируемые петли у этих дверей. Есть такие петли, есть у нас в Фейсбуке, вы сможете найти, там есть фотографии дверей, которые со вскрытыми петлями мы ставили. Есть такие двери с домофоном, с сигнализацией, ну, куча разных видов. Если вам видос понравился, ставим палец вверх, подписываемся к нам на канал, оставляем комментарии и до скорой встречи.